Шестой сезон легендарной серии Star Ladder TV. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри Star Ladder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный Star Ladder худ в подарок. Билет уже в продаже. Ну что, возвращаемся, ребят, мы в прямой эфир. Отправил я Каспера домой, потому что он тут не сопливит. Не хватало еще заболеть. А, может быть, ворвется он из дому. А, но в любом случае, нафиг нам его сопли здесь. Пошел он отдыхать. В любом случае, ребят, мы с вами возвращаемся на 24-й игровой день Star серии. И турнирной таблицы, я вам напоминаю, Virtus.pro. Первый Альянс, вторые пока Na'Vi, третий Кайпи, четвертый Маус, пятый ДД, ну, теперь уже Квантик, шестые. Рокс, седьмые, восьмые, Фуры Вси, нижняя часть турнирной сетки, TCM, девятый, 5 побед, 6 поражений. И сейчас мы посмотрим за игрой TCM IC Cup, девятое, десятое место. По 5 побед, по 6 поражений и у одной, и у второй команды, поэтому игра должна быть очень-очень интересная. Смотрим. Вы видите, что TCM играют на Зарейдиан, Shadow Demon First Pick'ом после бана, собственно, Виспа, Бетрайдера, Медведя и Найкса. Ну и ждем, собственно, что ответит Resolution. Хороший настрой был у Resolution на игру. Как всегда, они здесь в арене играют вместе с Флаем. Ну, смотрите, как Resolution-то задумался. Вот. Ну, конечно же, Prophet и Keeper of the Light. Я прямо сейчас вспоминаю... Я прямо сейчас вспоминаю отборы на International. Там тоже они в каждой игре практически... Они брали вот этого, собственно, Prophet, и Маг на нем играл, и... Получилось там не очень. Посмотрим, как получится здесь. Будем надеяться, что здесь получится немножечко получше, чем было там. Там, напомню, IC Cup заняли последнее место в своей подгруппе, никуда не вышли. Ну и хорошо, что не распались. Это довольно важно, кстати, что не распались. Ну и TCM. Go Audio, Blueberry Ninja, Havayo, Верни Адзе. Ну, полными составами играет команда, это всегда радует. Гирокоптер вторым и третьим сразу же заезжает... А, третьим. Боже, боже, боже! Накажите меня, пожалуйста. Конечно же, нет никакого третьего пика. Есть еще баны. Мы видим, Кунка улетает в бан. Не хотят, собственно, отдавать связочку Shadow Demon Кунка. Ну что, Клокверк и Бэйн улетают в бан, остается у нас еще один бан. Ten
Сейчас что-то задумался, сейчас Go Audio, что ему банить. Спрашиваете вы полный список сегодняшних матчей. Ребят, Альянс Маус, TCM, IC Cup, Empire, Fnatic. После этого будет Quantic, IC Cup, после этого будет Quantic, The Trage, Fnatic, The Trage. И, по-моему, Na'Vi 4FC, если я не ошибаюсь. По-моему, действительно будет игра на Na'Vi 4FC. Будет же игра сегодня Na'Vi 4FC. По крайней мере, должна быть. На сайте еще не отмечено, но я думаю, она должна быть. Насколько я знаю, было это в плане у нас. Да, да, должна быть игра Na'Vi 4FC. Эта игра в 20:20 начнется. Очень поздний матч сегодня. Ну, в любом случае, сегодня мы с вами до 12 ночи по Киеву. Смотрим триллиард игр, так что все будет нормально. Ничего не пропустим. Это главное. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ну что, спектра в бане. Это очень круто. Пра-па-па-па-пам. Обожаю эту мелодию из Доты, просто она мне прет. Ну что, третий пик, IC Cup. Я понимаю, что надо сейчас брать Магнуса. Ага, Никс Ассасин забирает. Но теперь TCM. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Treant Protector. Вот он, Treant Protector от TCM Gaming. Ну и что дальше? Что будет ответом на Treant Protector, а? Так, мне тут пишут смс, что на улице дождь, холодно, ветер. Что, серьезно? Я пока в арену добирался, я думал, сгорю к чертям собачьим. Так жарко мне было, а сейчас... Ого, нифига себе. Прям в Киеве жара. Я просто в шортах, в легкой футболке. Ну, короче, доберемся как-то домой. Ничего страшного. Так. Ну что, ждем. IC Cup. IC Cup. Скажу честно, поставил $20 на IC Cup. На коэффициент 1.31. Драгонайта забирает Резолюшн. Вот так вот. Ну, это интересный пик. Скажу честно, не ожидал. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Ну что, и чем ответят TCM? В мид можно, в принципе, брать уже какую-то квапу ставить, да, и как всегда, как это мы наблюдали в прошлый раз, просто-напросто жарить эту самую, этой самой квапой, собственно, любого героя, потому что квапа стоит не одна, квапа стоит у нас с помощью дерева, и получается все очень круто. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Ten seconds remaining. Вы по-прежнему скидываете идеи по поводу новой компьютерной игры.
5 seconds remaining. Хватит уже, хватит. Мы уже придумали, какая у нас будет чудесная игра. Мы поняли уже, что там будет блэкджек, роботы, вертолеты, сиськи, шлюхи, донат. Короче, все вообще будет. Обязательно негры с битами. У нас будет просто все. Ну что, Джаггернаут ло... Опять-таки Doom от команды Icy Cup. Видели мы уже одного. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Ну чем ответят TCM? Сейчас вот, ну, думает, конечно, очень неприятно, но вот не Bloodseeker, да, но все равно неприятно. Я имею в виду в плане того, что есть Trend Protector у них и план какой-то на игру, а тут им все портят. Five seconds remaining. Сларк. Вот так вот. Пара-пам. Ну что, Джакал сыграет нас на Думе. Резолюшн будет Соломид Драгонайтить. Виджазик, Флай, Саппорт и Магна, Нейчерс Профити, Гоу Аудио. Соло легкая Гирокоптер. Хотя вместе с Адзе, в принципе, с Хавай могли не пойти в сложную. Но вы сами понимаете, это дерево. Это будет лесное дерево, которое будет очень редко помогать. Адзе и Гоу Аудио. Легкая Блювери Нинджа, сложная Вернь в миде на Сларке. И пауза у нас в начале игры. Харе, какие паузы, ребят, вы чё? Какой туалет? Что это за вообще беспредел? У нас и так уже первая игра немножечко затянулась. И вот мы видим, что это стартануло на 10 минут позже. Но будем надеяться, что если будет делать, то ненадолго. Ну, судя по пику, довольно неплохо у Icy Cup'ов. Пик получился. Пишут, Габлак играет под фейком за TCM. Вполне возможно. Так, ну и ждем. Будем надеяться, что недолго. Товарищи, давайте вы будете писать как-то перед пиками. А то напикали и пошли писать. Ну что это за беспредел вообще? Отличная реакция от хвоста в Твиттере на твит факера.
Ну, наконец-то, продолжается у нас игра, ну и мы продолжаем ее наблюдать. Да, как мы и предполагали, все-таки пойдут в легкую. Мы видели уже Джакала на Думе буквально недавно, собственно, в этой роли. Получилось очень-очень неплохо. В миде у нас будет Resolution ДК. Маг сложно. Ну и здесь, в принципе, тоже без особых сенсаций. Голауди уходит в легкую фармить. Все нормально. Мне инмейт пишет, что... Вася, что ты там про героев говорил? Что дуэль, дуэль... Они же уже, по-моему, дуэлились с Каспером. Каспер там, по-моему, на инмейта просто с высокой горы. Или они дуэлились с Конквистадором, я не помню. Ну что, начинается игра. Напомним еще раз, 5 побед, 6 поражений и у одной, и у второй команды. И TCM, и ICK. И поехали наблюдать. Ну, вот он, Рог. The battle begins. Ну вот самое интересное, Блюберри Нинджи, да, все-таки отправляется, мы видим, в леса, собственно, будет начинать он с лесов, здесь же будет дерево, ну, все, в принципе, как и предполагалось, Вернь в миде против Резолюшена. Ну и снизу Гуаудио против никого, Адзе у нас будет помогать, здесь в легкой Дум, понятное дело, почему-то, я что-то не понял, что сейчас происходит. Ага, вот, то есть вот так вот, да, находит он, собственно, сразу себе сатира. Сатир очень крутая тема, потому что, ну, вы понимаете, 4 хапоригена. Ну, вообще ок, но лучше все-таки найти кого-то пополезнее. Сатир 0, но это хелс-реген. Норм, но это хелс-реген. Если бы взять, ну, это потом, конечно, лучше волка. А сейчас бы лучше найти совуха и захавать его, это было бы вообще мега отлично. Ну, совухов мы видим, даже в чужом лесу нету. В любом случае, здесь сделали дабл спаун, появилась урса. Это дело, понятное дело, что зафармит потом Джакал. Ну, посмотрим, как пойдет игра. Так, Джакал у нас стаут шилд, кольцо и хил на линии. Понятное дело, никто ему не мешает. Ну и будем наблюдать за тем, как будет соревноваться в добивании крипов Go Audio и Джакал. Вилат ВП на Дримхаке не будет, или Дан не получит визу. Ну, не знаю, получит ли Дан визу или не получит. Опять-таки, будем мы про это знать, я думаю. Думаю, Virtus.pro. Но она заанонсирует, если вдруг опять что-то у них не получится. Ну, будем надеяться, что увидим мы их. Это будет первый выездной турнир для команды ВП. Ну, просто если они не пойдут на Дримхак, и весь их, скажем так, опыт, это будет там два финала Старладера, то это фигня, короче. Полная фигня, то есть обязательно нужно им покупать и где-то за пределами СНГ. Для того, чтобы поуютнее себя чувствовать на The International. Так что поездка на DreamHack, я думаю, должна быть, в принципе, для них важным моментом. Так, цепляется в Resolution Вернь. Resolution. Ну, вот так вот как-то будет постоянно задалбывать Верня. Резолюшн прекрасно понимал, с кем он будет стоять. К тому же у Верня мы видим, что есть постоянный суппорт в виде, собственно, дерева из леса. Адзе здесь пулирует, помогает Гавайо. Ну, Гавайо пока первый левел скрывает. Второй Блюберри Нинджа тоже здесь. Уже третий, это Дарксир. Ну, собственно, у TCM все по плану. Маг медосирует. Самое интересное именно в миде. Поэтому давайте смотреть как раз на мид. Верня. Вернь мы видим на данный момент. Resolution 10 на 0. Вернь 15 на 4. То есть, в принципе, уже в два раза больше крипов. Ну, а тут за тавр уже забежал тем временем Виджа Зик. Рядом же и Флай. Ну, и тут же мы видим Джакал.
Джакал все-таки схавал еще и Урсу. Ладно, Урса тоже крутая. Все хорошо. Надо Мидас купить Джакалу, и вообще просто бабла будет триллиард вообще. Зарабатываться абсолютно постоянно. Меня не слышно в Dota TV. Блин, ну вот почему же мне никто не говорит об этом? Это какой-то глюк бывает, ребят, опять такой. Вы видите, что стояло там он. Вот, теперь меня включено, слышно в Dota TV. Извините, опять-таки глюк Доты. Маленький и неприятненький глюк Доты. Здесь что у нас? Ад за Гавайо, Go Audio. До Тауэра уже добрались. Верь нашел руну на топе и возвращается в мид. Resolution 17-1, Верн 21-6. Да, тут, конечно, получше у Верня. Действительно получше идут дела. Зиг, тапок, две ветки, Джакал, Gloves of Haste, Outshield, и летит Мидас. Да, летит Мидас. Летит Мидас, пятая минута, Мидас появляется у Джакала. Ну и мы понимаем, да, насколько Дум хорошо фармит. Третий Деваур, Мидас. То есть тут постоянно будет отлично, отлично выфармливаться абсолютно все, что надо. Ну и будем надеяться, что справится, собственно, Джакал с ролью очень быстро запаковывающегося Дума. Вот, вот. Говорят, ладно, зови Кокастера, сейчас я спрошу. Пока кастировать никого и не позовешь. Virtus.pro с кем-то шпилят. Инмейт. О, кстати, сейчас у инмейта спросим. Он мне тут писал. Так, ну и у нас так же, как и в первом матче. 0-0. В прошлой игре это было до 13 минуты 0-0. Здесь мы видим. Будем надеяться, что побыстрее случится фрозблад. Так. Так. Так, флая. Прячут. Ну а что дальше? С руки избивать? Хавайоу-то может. Луп. Флай. Кот. Накручивает фрозблад у нас. Ну и мы, собственно, мы понимаем, что никто тут ничего не мог сделать. Первую кровь забирает Shadow Demon. И сразу же с деревом не должны выйти сюда Go Audio и попытаться забрать тауэр. TCM повели 1-0. Ну и вот она минус вышечка. Вот где ты ставишь ставки? Рарочки на Dota 2 лаунже. Деньги на eGaming Bets. По поводу ставочек. StarLadder для меня невезучий просто турнир. Вот в плане ставок, вот ставишь на StarLadder, нифига не получается. Вот на International, на квалификациях и на G1 лиге у меня вообще шикарно получалось. Вот, например, на DreamHack я тоже буду ежедневно, кстати, писать блог и писать, что я буду ставить и куда и как. Посмотрим, будет получаться или не будет. Должно получаться. Такадзе у нас, мы видим, здесь запулил тем временем и помогает Go Audio, здесь фармить тем временем даблспан, кстати, Гавайо для него сделал. Неплохо Сларк на топе, смотрите, перемещается, ну, Зверь на топ. Ловит Зика, и минус Виджа Зик, есть второй фраг для TCM-ов. Ну, а Сикапы начинают, то сейчас, скажем так, не самым лучшим образом, но в любом случае... Resolution у нас... Никуда бегать толком и не может. Есть у него 8 левел, есть у него реген. Почему-то он его не юзает, хоть у него нету маны. В принципе, мана ему здесь нафиг не нужна. Летит в курице. Тут мы видим резолюшну ПТ-шечка. Тапок флаю, который здесь продолжает делать спауны. Видит это дело Адзе. Знает, что здесь находится флай. Так, Адзе врывается. Флай заметил и бежать. Все нормально. Тут еще к тому же кура спалила всю движуху. Флай, ты что делаешь, лол? Да, флай опять-таки прячут, и здесь же Go Audio, конечно же, расстреливает флая. Есть третий фраг для TCM. 3-0. Тауэр упал, и Т2 тауэр начинает напрягать здесь TCM. Это сильно.
Can we pause, please? I'm terrified beyond the capacity for rational thought. Ну и Resolution 42 на 4 у него, видим, крипстат, Midget плюс Resolution, есть ПТ, есть банка, есть Телепорт и Magic Wand, Зик на Никсе в своем лесу боится куда-либо вылезти, маг уже Мидас, и он тут фармит. Два Мидаса, OC Cup, видели мы уже это, ну и посмотрим, смогут ли они реализовать два Мидаса. Теоретически, да, с каждой секундой игры все больше и больше получается... наращивание денежного преимущества у команды AC Cup, потому что у них есть два Мидаса, и это плюс. Вот 1000 голды ведут TCM, они забрали Тауэр, забрали троих, но всего 1000 голды. Ну и по XP впереди вот как раз AC Cup. Пошел Джазик. Ну, Зиг забегает в чужой лес, да, если даже он найдет здесь дерево, ну, хотя, если будет бить Иго Аудио, то Огнезвинг Иго Аудио Гавайо, то, в принципе, теоретически он сможет его убить. Но только если будет битый, как раз-таки, у нас тренд протектор, ну, и видим, что Зиг зря побегал туда-сюда, вот и все. Маг, 740 голды. Fly, мы видим тапок и Link Selvy, Resolution, Brasser, ПТ, Sentry Ward, Зиг, тапок просто. Ну и Blueberry Ninja, тем временем с мекой, практически, до меки ему осталось буквально 320 голды, и все мега отлично здесь у него, по сути. Ну и Джакал фармит. Resolution, минус Ларк. Смотрите, Адзе закрыли и минус Адзе. Вот два фрага подряд делают эти капы. Просто на ровном месте в миде Resolution забирает Сларка и сразу же вместе с магом ловит Адзе, убивает саппорта. Ну и вот, со счета 3-0. Все сразу становится намного яснее и веселее для двух белорусов и трех украинцев. Ну и 11-я минута. Смотрим бабло, практически в нулях. По XP 2500 ведут. Ну и вот смотрите, еще Resolution. Сентрик здесь ему принесли саппорт, и он разбивает, мы видим. Опс, Вард разбивает Сентри Вард, а будет у нее сейчас Сентри в миде, поэтому Сларку будет не так весело, если он вдруг будет убегать. Блюбери Нинджа, есть уже деньги, Верни, ускоряет его, Верни будет прыгать на Дума по Тауэр, минус Джакал. Без шансов тут для Джакала, ничего он не мог сделать, абсолютно ничего. Но это четвертый фраг, для Верни второй. 2-1-0 у него стат мы видим, но по крипстату 50 на 11, в то время как у Resolution 59 на 5. Тут неплохо у Resolution идут дела, но и мы видим, что барабаны скоро появятся как раз-таки у Драгонайта. Маг у нас 650 голды, есть ПТ. И Go Audio. Go Audio есть шлем, есть у него базилка, есть Power 30, есть Мидас. Говорю, действительно Мидас, боже, я его не озвучивал еще. Сказал Мидас, потом сам себе не поверил. Так, какой Мидас у Гирокоптера? Вот он Мидас. То есть два Мидаса на один Мидас. Знаете, идет война, и Джакал начинает с Владмирса. 11-й левел у Джакала. То есть по левелам он сейчас на левел обгоняет Сларка и Гирокоптера. Ну, и Resolution тоже 11-й берет. Да, вот вдвоем синхронно практически взяли две основных надежды команды AC Cup свой 11-й левел. Ну и мы понимаем, что на 11-м левеле... обновленный немножечко дракон, у которого не забирают его суперскилл первого дракона. То есть продолжает Incorrosive Breath бить Таура. Это круто. Ну и лут Doom второго левела тоже неплохо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, у нас пауза. Будем надеяться, что недолгая. Паузу ставят опять-таки парни из AC Cup. Ну и... Так, следующий матч. Ребят, следующий матч это Empire Fnatic. Начнется он, конечно же, сразу после этой игры.
Ну и продолжается у нас дотка. Так, Джакал фармит леса в миде, Верн, тут же Go Audio, тут же Гавайоу, Гавайоу, кстати, 5 левел, есть аркантапки. Ну и Блебери Нинджа, есть Мека, есть Boots of Speed, есть Soul Ring, Stick, Shield. Адзе просто тапок. Есть смок от команды СК. Довольно интересный. Барабан не дождался сейчас резолюшн. И просто они будут пытаться сейчас на линии кого-то поймать. Тут Зиг в смоке. Ну, пока не в Вендетте. Ну, и за ним бежит сразу же резолюшн. Тут же был Fly. Но этот ганг вряд ли получится удачным. Да, то есть вряд ли они поймают Go Audio, даже если туда добегут. Али да, али нет. Но все-таки поймали. Вовремя успевает Resolution. Минус Go Audio. Счет становится 4 на 3. Так, Адзе и Хавай в мид. Атака. Видит Флая. Флай. Понимает, что беда. Надо бежать по прямой. Пурдж. Флай. Бласт. Здесь же Верн. ТП аут. Флай пытается сделать. И не улетает все-таки. В любом случае, здесь же Resolution. Спрятали Resolution. Рядом и Виджазик. Resolution. Пытается догнать хоть кого-то. Поймали Адзе. Маг не отпускает Адзер. Разменяли Флая. Мы видим хорошо, так отомстили за Флая. Учитывая, что снизу они забрали фраг. И сразу же в миде оказались два игрока. Тут же прилетел маг. В принципе, получилось все очень хорошо. 5-4 TCM. 15-я минута игры. Джакал, фейзы, щиток, Мидас. Ну и Владмир, конечно. Но будет пытаться забрать Т1 Тауэр. Ну и заберет, скорее всего, в принципе, что у него там ворованный. А, вот, Свифтнес Аура, клевая тема. Опять-таки Кентавр скушенный. А, нет, рядом уже Блюбери Ниндзя. Блюбери Ниндзя будет мешать сейчас Джакалу забрать этот Тауэр без боя, скажем так. Resolution, левел 11. Вот прилетают барабаны. ТПшечка, есть Magic Wand, Грейджин, ПТ, Панка и 1000 голды. Флайт тапа, где маг? Ой, а у мага-то Лотар скоро появится. Ну и получается, учитывая, что Go Audio довольно много перемещается по карте, у него есть одна смерть и один фраг, по-моему, очень-очень хорошо себя чувствует в игре сейчас асикапы. 1000 голды они ведут, и уже 7500 экспириенса впереди ребята из команды асикап. Это очень сильно. Смотрим на Верня. Видим. Барабаны ПТ. Флай, тапок, сентривард, тангусик, стик, хилинг сел. Ну и резолюшн. Вот он сплэш. Почему бы и нет? Нападает на него. Кулдаун. И резолюшн умирает. Вау, кстати, сделал резолюшн. Да ладно, резолюшн. И ультанул Хавайо. Вот это поворот. Почему же ты пожалел до конца? Бласт тут же от Флая, чтобы не забрали никого или потратили много лишнего времени. Резолюшн улетает. Просто-напросто ниндзя стайл настоящий. Как же долго ждал Хавайо, чтобы ультануть. В итоге дождался до конца. И резолюшн смог уйти. Верн. Верн прыгает на мага. Плюшка. Маг улетает тоже и покупает Shadow Blade. А здесь вы смотрите, Адзе, Resolution дает стан, Виджазик копает двоих, Go Audio проседает очень сильно, Go Audio, Джазик за ним, ну и Go Audio, неужели выживет? Go Audio нет, не выживает, здесь же маг, цепляет также Адзе, Адзе пытается сделать тип-аут, конечно, дают ему стан и убивает также его, Хавайо, ау, не достал, Зиг здесь под копом, но у мага скоро будет спрут. 2:01. Гавайи Оу понимает, что ему уйти отсюда будет очень тяжело. Гавайи закрывает спрутом. Здесь же резолюшн. Минус 3 от команды ICK. 8-5 они ведут. Отличная игра от наших парней. В виде Флая сейчас убьют. Да, ну тут Флай, я думаю, приехал с ДД Верн. Хотя Флай отбивается, мансует. Ну, хелпы не будет просто, да. И поэтому, скорее всего, здесь минус Флай. 6-8. Флай уже фиданул четвертый раз, 0-4-0 у него. А, ну а снизу СК позабрали Тауэр.
Dire's middle tower is under attack. We're detecting high levels of sucker. Ой-ой, Resolution, ты что делаешь, братюнь? Resolution проседает, юзай дракона, здесь же Джакал! Врывается в инвизи Джакал, стула просто-напросто с Ларка, Блубери Ниджи пытается убежать, закрывает его маг. Торь тут же прилетел в стан Блубери Ниджи, спрятал его, собственно, Адзе. Джакал побежал по тауру, уже прокляли Джакала, Блубери Ниджи дерется до конца, копает его, Блубери Ниджи тоже умирает. Ну и в итоге, куда идет Гавайол? Ну лол, ну дал ты Овергроф, ну а что дальше? Минус, Дум просто делает левелдесом. Да, TCM сейчас просто на фидинг спри. Фиданули очень плотно за последних несколько минут. И 11-6 уже впереди айсикапы. Смотрим деньги. 7,5 тысяч. Экспа 15 тысяч. Преимущество у белорусско-украинского коллектива. С российским флагом. Вот такие вот пирожки, ребят. Ну, Герокоптер, да, есть у него Аквила, Доминатор. Ну, не хватает действительно только барабанов и Яши до полного комплекта бесполезного Герокоптера. Посмотрим, соберется ли товарищ. Go Audio именно в такого бесполезного Герокоптера. Смоуганг от команды ACCAP. Здесь Лотар появился у Джакала. А нет, не Смоуганг, минус Рошан непалевный. Твардов тут не было, но в любом случае решили ACCAP сделать именно так. Ну и в этом, конечно же, никто их не упрекнет. Точно не спалят никак TCM и наличие всей команды ACCAP на Рошане. Ну, минус Рошан. Ой-ой-ой, куда ж ты залетел, мой юный друг? Я думал, что сюда залетел. Он, конечно же, полетел вниз. Смотрю, здесь что-то появилось. Такой маякнул на мини-карту. Мама дорогая, думаю, вот это маг бешеный просто. Адзе проседает очень сильно. Зик живой по-прежнему. Зик на развороте. Пытается драться до конца. Адзе минус. Галаудио колдаун в никуда. Ну, тут немножечко обнаглел, конечно же, уже Виджа Зик. Ой-ой, Берг прыгает. Цепляет Флая. Флай! И сгорит просто Флай, скорее всего. Нет, стан от Резолюшна. Флай все-таки догорает. Ну и два фрага в ответочку сделали TCM сейчас. Убили, конечно же, двух саппортов, но в любом случае, говорят, они как бы айсикапом, ребят, не расслабляйтесь. Только начало. Что, будет ли пытаться драться? Два Лотара у команды ACCAP. Стан Верня поджигает его тут же. Верня спрятал Shadow Demon. Стенка от Дарксира. Джакал проседает очень сильно. Маг закрыл у нас, собственно, Герокоптера. Маг запрятался. Три Лотара, извините, у ACCAP'ов. Виджазик ворвался в толпу. Вот он, Overgrowth. И Гавайо уходит. Погоня. Трое в Лотарах. И в инвизе Виджазик. Гавайо понимает, что ему здесь не сдобровать. Прыгнул Вернь. И тут же может отъехать. Нет, не отъезжает, зато отъезжает Blueberry Ninja. Толпой ворвались, Resolution стан через секунду. Вот он стан, минус Blueberry Ninja. Resolution дабл килл, Resolution викитик, минус Т1 тавер по миду. Три Лотара плюс инвиз у Виджазика. Вот такие вот супер страты команды ACCAP. Кстати, смотрите, Silence собирает Макс, сразу стоит два тавера, хотят забрать. Верн, а чё же его не копнул сразу, а был на кулдауне, собственно, импейл. Зик сейчас копнет и еще и Верни прижарит. Ну вот копнули его на фулл рейндж. Резолюшн! Стан! Почему не дал маны? Нет, нет, просто не дал стан. Неважно, в принципе. Видим, есть фортификейшн. Джакал никого не боится. Вернь будет ли прыгать на кого-то? Котл задувает. Продувает только крипов. Вернь. Верня видят, копает его. Вернь без шансов. Здесь же кулдаун залетает в одного мага. Поджигает Адзе. Там есть хил. Гоу-аудио закарапассированный, тоже умирает. Блюбери Ниджи 2 живой, Верн ворвался в толпу. Копает его тут же, Джакал зашел уже на хайграунд. Никого не боится, потому что у него Аэгис, Верня сдувает. Верн там урна на нем висит. Мы видим, что Резолюшн едва живой отсюда все-таки убегает. Сейчас появится Джакал, который тоже будет пытаться убежать. Джакал в Лотаре. Боже, айсикапы, конечно, давят очень классно. Прям вообще жесткие. Эти ицекупы. И купы. И купы, и цекупы. Ну и 22 минуты игры прошло. 16-8. Бабло 15 тысяч. Экспа 20 тысяч. Преимущество ACCAP.
очень много. Yo, green dudes, something bad is happening in your bottom. Ну вот появляется он, собственно, малевалянце у профета. Так, смок от ТСМ. Один, наверное, из последних шансов. Ну и на кого? Ну в миде, в принципе, напасть можно. Но за тавер, опять-таки, резолюшн с ДД. 16 левел у него уже. 3800 денег. Очень-очень много. Джакал. Мимо Сержиньяша у резолюшна появляется. Джакал 2200. Ну и в курице тоже вполне что-то может быть. А, в курице уже почти кираса готовая. Вот летит за кирасой. Сейчас кура. Нашли флая. Ну и флая убивает в шестой раз. 0-6 флай. Вот так вот. 9 фрагов сделали ТСМ, 6 из них это убийство флая. Вот бежит Зик, будет ловить отставших. Вот оно, Гавайево дерево. Ну, не стал убивать. Мы видим Гавайево, еще забрал тауэр. Думский расой. Снизу мы видим, тем временем маг пытается забрить быстро тауэр. Ничего у него не получается, но зато есть у него шедоблейд, может убежать. Это дело, что нужен у кого-то гем против трех шедоблейдов. Но, блин, гем таскать здесь, это неблагодарное дело. Ой-ой, резолюшен. Резолюшен вбегает сюда, резолюшен видит всех, видит Верня, дает в него стан, Вернь, Дум потратили на Верня, Верн сгорит в любом случае, вот он Овергроус, пытается Гавайоу уйти, в Лотаре просто-напросто Джакал с магом, погоня, Go Audio закарапассировался, Go Audio умирает. Ну а здесь мы видим, что поймал Гавайоу, резолюшен тоже убивает, и в Драконе за Блюбери Нинджа, и минус Блюбери Нинджа, поставил он, конечно, здесь стенку перед смертью. В любом случае, 0. 4 размен, и мы видим жестокая мстя, собственно, за флая состоялась. Вот крипы здесь, я так понимаю, секапы сейчас зайдут на хайграунд и будут заканчивать эту игру. TCM здесь, конечно, шансов на победу не имеют абсолютно никаких. Я думаю, мы все это прекрасно понимаем. Ворвался просто-напросто Резолюшен с Зиком. Ну и Гавайя здесь никуда не уходит. Да, фонтан его загоняет. Он умирает. Минус 5. Ну и сносится низ. Пятеро игроков TCM Gaming в таверне. Что сразу на мид должны сейчас перетянуться ACCAP'ы. Очень хорошо отыграли ACCAP. Второй раз мы видим эту страту от них. Второй раз она исполнена. Так, наверное, врыв Зика. Закрыли Go Audio. И Go Audio, вы смотрите, как ему больно. Гауди умирает, Верн не знает, что ему делать. Вот просто смотрите, как больно Верню, а. Всех стянули на фонтан. Резолюшн, в принципе, пофиг на этот фонтан. Больно довольно, но в Лотар он ушел. Спрятали. Маг! Как нарезает-то, а? Ну, война под фонтаном. Верня тоже маг продолжает избивать. Ну, наконец-то Джакала хоть фонтана могут убить. Good game well played. ГГВП пишет команда TCM. ICCAP выигрывают, зарабатывают для себя шестую победу. Ну, собственно, молодцы ICCAP'ы. Очень хорошо исполненная стратегия. Ну и что там, написали ГГ. Поэтому я могу, в принципе, ввести свою любимую команду в доте и потушить трон. Good game well played. Я вам показываю турнирную таблицу, так как она выглядит на данный момент после этого матча. Выглядит она вот так. ICCAP зарабатывает для себя шестую победу. 18 у них очей. В принципе, с шестью поражениями все же могут еще рассчитывать они на попадание в LAN-финалы. Если случится много-много-много других интересных вещей. Мы с вами далеко не разбегаемся, потому что следующий матч, ребята, 18-7 Empire Fnatic. Это уже через 7 минут. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся. Реклама и маленькая пауза. Шестой сезон легендарной серии Star Ladder TV. 16 сильнейших команд Европы. 120 матчей регулярного сезона плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри Star Ladder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный Star Ladder худ в подарок. Билет уже в продаже.
Мобильный, как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ultrabook Transformer. Он не просто изменяется сам, он меняет все.